Нет, ушанка у меня есть. У меня у самого ушанка есть. Она такая вязаная, не особо не, теплая, но вязаная. Такая тоненькая. Красную обычную. Бини, что ли? Интересно. Блядские полеты на драконе. Я вспомнил, почему я не хотел сюда идти. Да, это будет чертовски весело. Он застрял. Он рили застрял. Не, я, конечно, тоже умираю. Но, кстати, это, в принципе, можно пройти. Я напоминаю, что тратить банки — это полезно и почетно. Приступайте. Начинайте тратить банки, иначе они закончатся. И больше банок уже не будет никогда. Ага. Смотрите, как я хорошо его жгу. Сейчас я спрячусь. Вот здесь вот. Чтобы они меня никогда не достали. Все. Выжигатель. Мы же отрегеним хп дракону, правда? Отрегеним же. Пройти банки на термину. Нет, на термину не надо банки копить. Надо копить банки на музыку. Иначе мы сейчас будем в тишине тут играть. Да, ты побег. Вроде я его хорошо выжигаю. Все, у нас кончились фаерболы. Я выжигаю ему больше половины и сдыхаю сам. Вот, все, у него здесь какие-то включаются бронеэффектные защиты. Какая-то броня, блядь, магическая включается, и он не умирает после этого. И у меня не перезаряжаются мои торпеды. Драконицкие. Чего он не горит? Горит, тварь. О, вот, пошла трата банок. Я уже не жив. Ладно, хоть игра не вылетает. Не, а чё, вчера же Квилек завалили. Нормально. Вот. Как побеждать вообще этого упыря, если это, блядь, нереально? Он меня просто убивает каким-то волшебным образом. Хотя, мне кажется, я догадываюсь, как это сделать. Что убийство этих сволочей дает мне рекен моих торпед. Ха, это было легче, чем казалось. Ну что, как провели вчерашний день? Как вообще живется людям простым и не очень? Нравится еще надо. То я вчера как-то стрим закончил, и такой, думаю, пойду посмотрю чей-нибудь стрим. Открываю Twitch, а там дед смотрит на аниме-опенинги. Открываю другой стрим, а там другой дед смотрит на какой-то хоррор. Кстати, не самый лучший хоррор, не самый лучший представитель этого жанра. Как известно, не бывает страшных хорроров. Ну, страха не бывает вообще в принципе в играх. Не бывает страшных игр. Вот. Куда ты лезешь-то, ну? Ты мой. А он такой, это, играет в хоррор и всего боится. И в микрофон шепчет, потому что игра требует... Ни хрена себе, я играю в 300 кадрах в эту игру. Потому что игра требует детекта микрофона. Когда детектится микрофон, она тебя убивает. И, блять, это идеальная игра для стримов, похоже. Куда ты лезешь? Ты что, живой еще, что ли?
спрятаться. Блин, ты чё, без рук? Как они это делают? Чертяки. С пульта сижу, поэтому писать буду мало. С пульта? Какого пульта? Это управление космическим кораблем? Потому что в последнее время Twitch настолько обнаглел, что если у тебя не гигабитный интернет, он будет срать тебе фризами плеер. Да какого черта они оживают? Это ты? Это все ты делаешь, гнида? Это ты виноват? Дай мне другое оружие. Это не это. Вот это. Виктория. Недолеты. Нет, да. Телевизора? А как ты смог? Я надеюсь, это последний босс в этой блядской игре. Больше мне никогда не придется у нее возвращаться. Шел нах. Прикольно, кстати, песня, спасибо. Я не вижу, где вы. В куда мне стрелять? Я его вообще не дамажу. Абсолютно. Или Lost Cam. Чё? Cinco de la mañana. Какой кам? No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infal. О, дамаг пошел. Lost Company. Да срать не на Lost Company. Надо игру допройти. Я никому выбора не оставляю. Не, ну, судя по тому, что есть еще какой-то, скажем так, есть еще какие-то механики в игре, вроде каких-то спеллов, которые надо найти, я еще не до конца дошел. Это еще не последний босс. Либо я просто какие-то спеллы не нашел, но тем не менее... Когда ж ты сдохнешь, гнида? Половину хп я ему вынес уже. Тихо. Я тут до стрима читал гроб Энди и Лили. Блин, там такие страсти начинают разворачиваться. Оказывается, там есть выбор какой-никакой. То есть можно на что-то влиять, наверное. Просто беда в том, что я не пробовал на что-то влиять, я просто пока шел по кумулятивному пути. Без особых вариантов развития событий. Проблема в том, что у меня кончились патроны. Вообще все, блядь. Ты проиграл. Впрочем, я победил. Как тебе это нравится? Меня не остановить, слышишь? Это не под силу ни демону, ни чудовищу. Нет врага такой силы. Кто следующий на очереди? Лишь один демон стоит у нас на пути. Повелитель демонов. Начинается иссякай какой-то. Мефистофель собственной персоной. Нет, на картинке я смотреть не буду. Сегодня не до этого. Эта машина меня пугает. Ее собирали в страшный список. Так. Еще один бой с губой. Найти павшего, так сойдет. Нарушителя клятвы, повелителя тьмы. Ты должен сразиться с ним. Они будут высираться бесконечно, что ли? Они бессмертные. Из них души вываливаются. Не могут они быть бессмертными, но они, сука, встают. Они, блядь, встают. Кошмар.
Ну, спасибо, скотина. Можно я теперь с тебя слезу? Блять. Он просто посадил меня себе на голову и скинул в пропасть, блядь. Еще бой перед последним поединком. Мы должны найти павшего. Фига, какие мужики. А почему меня здесь убивает мгновенно? Чё за фигня? Я же иду. Всё, я умер, блядь. Почему я умер? Ой, перчатка. Зачем мне вообще дали эту перчатку, если она бесполезна? Кусок говна на руке. Чё эти сволочи не умирают? Вот я опять умер. Почему? Отстанки. Ну, по крайней мере, меня полечили. Окей. Уже хорошо. Да не боюсь я вашего адского огня. Камеру только мне не трясите. Не люблю, когда мне трясут камеру. Это некультурно. И некрасиво. Серва. Да блять! Я что, в Dark Souls? Тут же вроде видно границы. Блять! Сейчас, сейчас все будет. Нужен просто хороший эмбиент. Если что, эмбиент в игре говно. Пауки, пауки, пошли нахер, пауки. Так, эту адскую шваль можете с собой забирать. Хоп, катсценка. Попал. Этот смертный обречен на вечное рабство из-за тебя и твоей гордости. Какой смертный? Готов ли ты ответить за это? Читай по губам. Поцелуй мою смертную задницу. Чё за смертный-то? В чем проблема, дружище? Боишься выйти на бой сам? Вспомнил ХС, там есть карта Рагнарос. Рагнарос? Чё, блядь? Не до этого сейчас. Подожди. Мне тут нормальные треки заказывают. Какой-то Вики. Ты тут со своими Рагнаросами. Блядь!
который атакует с фразой «Умри, насекомое». С вами же насекомое. Очень интересно. Пришлось за клавиатуру пересесть, чтобы на это написать. Вот и сиди за клавиатурой. Ишь ты. Наглый какой. Вот, 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 слушайте, как надо песни заказывать. А не этих ваших говновозов. Беги. Беги, блин. Да быстрее беги. Стамина. Стамина, проснись. Сука. Кайф, блядь. Коробки, которые не ломаются. Чита. Да ёбаный рот. А их всех убить надо, да? Серьезно? То, чтобы я был против, конечно. Но я умер. Я от питки сбежала. Куда? В смысле, вы же далеко друг от друга. Куда ты можешь от него сбежать? Тихо. Да, блять. К нам? Ну, да, это правильно. Это правильное абсолютно решение, потому что сейчас у меня тут будет 2 часа доблять и падение в ямы. Поэтому, да, наслаждайся. Где вот я оказался? Как мне отсюда выйти? О, пистолет-пулемет. Ну, хоть что-то хорошее. О, они решили идти сюда сами. Отлично, отлично. Они застряли. Они застряли. Пройти не можете, да? Печально, печально. Давайте я вам помогу. Наверняка ваша мертвая туша пролезет сюда лучше, чем вы пешком. Где ты там? Убери своего рэгдольного друга. Он мешается. Со своими дерганиями. Блин, я тебя не вижу. Может, он исчезнет, а? О, спасибо. Все, оно умертво. Наконец-то. А что там у Пипика-то было... Он же вроде тоже что-то стримит там, вроде. Уточнял. Там опять поди RimWorld и 10 тысяч рейдов в секунду. Что? Откуда ты высрался? А! Да пошел ты нахрен! Пять патронов. Маловато. Кто топчет? А теперь они ломаются. Ну офигеть. Поднимите по тропе до выхода из пещеры. Это я могу. Надеюсь, игра меня засейвила только что. Потому что если нет, то будет пиздец как грустно. А, сраные вампиры. Паулик со своей терминой, как обычно. Балуется, развлекается. Да, блять, мы серьезно? Я даже пытаться не буду. Пизду. План прост. Надо просто выжить. Просто не умирать.
перчатка кончилась. Ладно, бежим. Все, нам жопа. Я не буду их убивать, это, блин, бесполезно абсолютно. Тем более они состревают. Слишком много врагов на квадратный метр. Ну да, ну да, он еще и не стреляет на ходу, конечно. Только пешком стреляет, а не стреляет. Адские каникулы. Морозильник тебе в жопу, тварь. Я, кстати, подлечился маленько. Да, блядь! Да как? Как они меня убивают одним ударом? Я просто подхожу к нему и тут же... И ты умер! Станина! Ебать! Все, я опять умер. Да блять! А, сука! Ладно. Ладно. Что у меня там еще есть? О, сгодится. Стамина! Отлично. Я, кстати, снова мертвый. Если кто тут не заметил. Я, может, сзади... Блять, вот как это произошло? Он же умер! И я вместе с ним почему-то. Какого хрена ты достал свой сраный пулемет? Да блять! Вот в этом месте как будто стоит какая-то, блядь, невидимая стена, которая меня просто убивает и не дает пройти дальше по каким-то там своим выдуманным причинам. Ёбаный рот этой стены. Вот будет прикол, если их лопаты ваншотят, например. Что мне твои лопаты? Я тебе что, траншейный боец? Кстати, на фулах иду. Беги! Беги, блядь! И что мне... Что мне толку от твоих лопат, блядь? Кстати, лопаты уже кидать нельзя. О. Лопаты уже кидать нельзя. Просто потому, что их, блядь, больше не существует. Основная жопа это... Вот. У меня такое ощущение, как будто игра прям заставляет меня убивать этих ублюдков. Я от них просто убежать не могу. Еще коробки не ломаются. Блять.
Кайф, блять. Геймдизайнер уровня Павлика. Ты живой еще, что ли? Пиздец. Вот именно, оставался бы с мамочкой. Зачем существует вот это? Зачем? Нахуй хер вот тут? Зачем? Оно просто есть. Действительно, а почему бы и нет? Интересно на спидран посмотреть, без гличей. Гличлес. Да ёбаный рот твоего казино, блядь. Несущий попа боль. А, ну да. Ну да. А чтоб не сдохнуть-то? А действительно. В ад. В ад катитесь все. В тот ад, из которого вы приперлись. Жестко, да. Только подушку не обоссывай. Ебать, что происходит? Я преодолел барьер. Но у нас сейчас грох. Ну. Ладно. Другая тактика. Пусть они пока со мной идут. А я пойду дальше. Эх, не попал. Эти гузлики. Гузлики? Что? Кто? Это сраные пауки, да? Это, сука, сраные пауки. Профессионально не занимаешься озвучкой случайно. Профессионально нет. Любительски, да. Вон тебе Павлик расскажет 10 миллионов охуенистических историй о том, как я дрожжеца ловил. И нихуя там, будто ты снова пришел в склеп великанов. Вот именно. Я уже упоминал об этом. Такое ощущение, как будто я, блядь, в Dark Souls зашел. Поздыхать. Да, именно. Именно. Вот эти паучары тут. Сока. Так, ладно, ладно, сейчас я придумаю план действий. Нам нужна какая-то тактика, чтобы мы придерживались и прошли уже наконец-то говнище. По идее, основная проблема — это пауки, потому что вот это вот говно, которое идет за мной, оно тупое максимально и не может за мной идти нормально. Он меня догоняет иногда, но все-таки. И основная проблема — это вот эти пауки.
Он живой еще. Теперь он мертвый. Поиграть что? Да, блять. Если я начну играть здесь в катаклизм, вы охуеете. Хотя, план звучит интересно. Я просто не люблю играть в ванильный катаклизм. Он тухлый. Да хватит у меня прыгать, я вам что, школьница что ли какая-то? Суки. Там по мелочи обновилась вроде. Ну вот, вот в этом и проблема, что по мелочи обновилась. Нового ничего нет, а играть в задроченное старое как-то не хочу. Не, мне конечно понравилось в этом, в мире, куда, который разрушили инопланетяне, возить коров у себя в багажнике, чтобы их жрать и доить постоянно. Но как-то это уже приедается, знаешь. Скота вырезать нужно? Да ладно. Наоборот, обилие механик — это хорошо. Но когда они стандартизированы и имеют один и тот же тип. Ну, один и тот же вид, даже, я бы скорее сказал. А не когда у тебя там лук перезаряжается на кнопочку R, а патроны надо вставлять вручную в магазин через инвентарь. И вот это вот все. Ебать вы акробаты. Кто живой? Ты живой, сука. Я тебя вижу, блядь. Тебя вижу, гнида. Ебать, это кто сделал? Шлюха. Вставай. Теперь ты за меня. Иди воюй, блядь. Тварь. Есть еще зомбоид, спасибо над механикой чтения. Зомбоид ориентирован на соло геймплей. Мультиплеер там купленный, напоминаю, купленный. Это как бы условность уже. То, что там она есть, она ебанутая. Вот то, что она не настроена под мультиплеер, вот это хуйня. Вот это вот, блять, хуйня полнейшая. Хотя, с другой стороны, игрокам дается сервер со всеми настройками. То есть можно подкрутить под себя, как тебе нравится. И это как бы норм, так и должно быть. Если тебя что-то не устраивает в настройках, ты можешь это просто поменять. Это юзер-френдли, как бы, это нормально. Меня сейчас убьют нахуй здесь, походу. Самое время би-2 включать, по-моему. Куда? Куда ты ползешь? Гнида чертополошеская. Либо не врезать, а сделать, наконец, удобное меню. Ну вот именно. Интерфейс в катаклизме — это вообще вещь, которая должна быть изначально нормальной. А не допиливаться по ходу действия. Как сейчас происходит с куданскими пещерами, например, там игра изначально была на каком-то другом движке, но потом ее перенесли, что-то такое. Суть в том, что она сейчас на Unity, а Unity позволяет сделать, ну, буквально все, что ты хочешь, если ты не криворукое чмо. Ну, или там Александр Криворучка, который делает игры разного пошива. И, ну, игра на Unity позволяет такое, что, как бы, ну, что все будет ок. Сделать нормальный интерфейс сразу, а не допиливать его 10 лет. Спрашиваю комьюнити, блять, разрешение на это. Кто в меня пуляет? Ты гнида, блять, летающая. И в итоге мы имеем, что куданские пещеры сейчас состоят из... 10 на 90, блять. 10% интерфейса там есть. Оно как бы существует в нормально нарисованном виде, относительно удобном. А остальные 90% просто текстом, блять, написаны. А чё нет-то? Действительно, блять. Почему бы и нет? Соло зомбоид — это дрочь неинтересная после 3 часов выживания. Так ты играть просто не умеешь зомбоид, и всё. Он же не допиливается, такой ублюдский интерфейс. Ну, он допиливается, но очень долго. Настолько долго, что я до сих пор помню, как видел 2 или 3 года назад диздок. Диздок, блядь, с интерфейсом. От совершенно стороннего чувака, который сделал его просто по своей прихоти.
Ну, ему, знаете, ему захотелось интерфейс сделать для игры. Он такой, ну, ладно, нарисую интерфейс. И просто сделал диздок. Картиночка, картиночка, парочка наборов символов там. И все, и больше ничего. То есть, это было около 2 лет тому назад. И что мы имеем сейчас, блядь? Из этого диздога, который сделал случайный чувак на форуме, просто выложил парочку картиночек на форум, сказал, вот так будет красиво. Мы сейчас из этого набора видим, блядь, 10% в игре. Запихнуть бы предмет длинный в сраку человека, который придумал этот ад. Этот ад? Ну, я думаю, он и так с ней этот ад и делал. У меня патроны кончились, кстати. У меня все, мне стрелять нечем буквально. Ни 3, ни 4, ни 5. У меня вообще оружия нет, кроме вот этого вот говна. Как мне без патронов играть? У меня как бы нет лопат, которые можно кидать. У меня есть ебаные перчатки, блять. И все на этом. Ой, да ладно. Вы решили дать мне патрошек. Не может быть. Как же так? Разорились, блять, наверное. О, меня еще и сохранило. Я нихуя не вижу. Какая очередь, блять? Я застрял в чем-то. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Вот это что ли? Ну, умер, как и все остальные, да. Штыковую? Так нет штыковой, нет штыка. Нету штыка, он не умеет штыком работать. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, бля, как и все остальные. Надо поставить эту хуйню на донаты. Никто никогда не будет их использовать, но... Сам факт. А! Ебать. Начинается. Начинается новый уровень веселья. У меня всего 7 зарядов. Ты тут главный урод, поторапливаться. Умрешь, как и все остальные. Ай, бля. А получше ничего не придумал? Тебе меня не остановить. Нормально. Нет, не нормально. О, сука. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Слушаем 10 часов главного урода, блядь. 3 ракеты. 2 ракеты. 1 ракета. Би-2 пошло. А получше ничего не придумал? Придумал. Тебе меня не остановить. Спорим, остановит. Ебаный трэш, блядь. Сколько здесь глав вообще? Ты тут главный урод? Ты тут главный урод, похоже. Угу. Умрешь, как и все остальные. А, да? То есть, как только я ступаю, блядь, на эту святую землю, нас убивают. Охуенно. Потрясающе. Великолепно, блядь. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Ну да, да. Святая земля. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. А я, кстати, напоминаю, патронов нету! Ебать! Урод, похоже, умрет. Не факт еще, не факт. Блять. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Что, страшно?
Коробка. Би-2, би-2. А, перчатка закончилась. Шина спустила. Так, ладно, ладно, спокойно. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Ща мы этого урода. Быстренько порешим. Надеюсь. Не, ну с драконом же проканало. Да хватит меня трогать, суки. Я вам что, проститутка, что ли? А получше ничего не придумал? Придумал. Тебе меня не остановить. Да ладно. С перчатка. Я никому выбора не оставляю. Я не успеваю его задамажить достаточно. Просто, блядь, не успеваю. Ладно, ладно. Надо что-то придумать. Святую землю нельзя. Да заткнись! Умрешь, как и все остальные. Святую землю нельзя. Перчатку заряжать, если только. Вот тебе, урод. Какой он агрессивный. Блять, ёбаная перчатка. Неужели нельзя зарядиться нормально? О, спасибо за треки. Ты тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Это не смешно. О, вообще огонь. Прям то, что надо. Они ко мне обниматься лезут, блядь. Заряды кончились. Тут главный урод, похоже. Умрешь, как и все остальные. Ладно, ладно, собрались, собрались. Сейчас все пройдем. Сейчас все будет. Если бы он еще не спавнил вот это вот говно летающее, было бы здорово. А так как он его спавнит, это не здорово. Было бы еще лучше, если бы у меня были патроны. Страшно.
Че, это такая короткая версия была, что ли? Чего их как много? Я походу в огонь залез, да? Чик-чик, блядь, чик-чик. Все, кончились патроны. Да катись ты в жопу. Мне нужно еще. Ладно. Лучше ничего не придумал. Судя по всему, этот трек недоступен в этом регионе. Поэтому. Увы. Для чего это? О! И снова патроны закончились. Я что-то больше не помню здесь нигде коробок. Не находил. Стрелять-то больше нечем. И как мне драться перчаткой с летающей хуйней, до которой не допрыгнуть? А этот вроде работает. Вроде. Не уверен. О. Сейчас, подожди. Достреляй, ублюдка. Мое оружие не устает. Так, не тратим патроны на всякую шушуру. Наконец-то. Наконец-то. Игра, сохрани меня. Игра, блядь, дай мне сохранение, сука. Так-то лучше. Сейчас меня игра сохранит. И я проверю там, что там с треками. Там хуйня какая-то с треками происходит. Взял, сломал мне, блин. Эту штуку. Летающие гнеденыши. Нахер вас всех. Так-то лучше. Забей, да не-не-не-не, ты чё? Не, как можно забить? Ты банки потратил, а мне забей, значит, да? Что за фигня? Так нечестно, не. Даме-даме. Это что за гнида? Похоже на статую. Но я что-то подозреваю, что она сейчас и живёт. Неужели секретное место?
Вау. А что ж тут секретного-то? А, ну стрелка мне показывает другую сторону. А почему она меня не пускала сюда? Игра меня сюда не пускала вот с этого моста, блядь, спрыгнуть. Так, ладно, там что-то с треками случилось. О, игра пизда. Игра пиздец. Все, сломалась нахуй. Игре пизда. А, нет, все нормально. Игра не пизданулась.
Онов ублюдков скорее, ты умираешь, и ты не умрешь. Потому что у тебя хитпоинты полные с какого-то радости. Все, прощайте, патроны. Он сдох? Блять, не сдох. Вот теперь он сдох. О, наконец-то. Да пошел ты в жопу. Меня еще игра сохранила. Неужели она в какой-то веке сделала хоть что-то полезное? Да, ствол точно у меня. Только без патронов. О, мне дали дробовик. 18 патрошек. Вот сейчас я настреляю. Вроде мертво. Жалко, здоровяков нельзя оживлять. Было бы здорово. Чё ты мне сделаешь своим шариком? У меня тоже есть липкие орешки. Встает. О, вот этот встает. Кто меня бьет? Да пошел ты. Драться еще с тобой. Больно надо. Что, только заспавнился и сразу сдох? Эх ты. Недотепа. На шашлычок пойдешь. А ты не пойдешь, ты не годишься на шашлычок. Да ты отлезешь от меня или нет? Скотина такая. Так, в смысле? Стрелка мне говорит идти туда. Но там коробка. Они умерли. О, игра сохранила. Ну, раз игра сохранила, то все окей. Вампира поднять нельзя. К сожалению. Превеликому. Дай пройти-то. Блин, он прожарился. Дурацкий шашлычок. Его поднять нельзя. Так, стрелка нас ведет куда-то туда. Когда эта игра закончится? У меня вот только такой вопрос. Когда, блядь, это прекратится? Когда я наконец смогу пойти и насладиться своей персоной? Пятый. Почитать хуинистические пиздострадания и пожить жизнью школьника. О, кайфовый трек. Не вижу, кто заказал, потому что режу вампира перчаткой своей, чешу.
Сейчас гляну. Да ебать нахуй, блять, сука. А, понятно. Что Юнга почитал? Вот иди сам Юнга читай. Твой Юнг тебе не поможет убить 10 сотен вампиров, блять. Да ёбаные вампиры и сучьи их отродье! Как меня заебала эта хуйня! Пизда, блять. Приехали. Походу это рестарт. Они лезут сзади, они лезут спереди, их нихуя не видно. Они, блядь, спаунятся у тебя за спиной. Ну да, ну да. Игры 2000-х годов. Обожаю, блядь. Хотя даже тогда делали лучше. Это просто игра говно. У меня перчатка, блядь, сломалась. Она больше не дерется, все. Пиздец. Начало у игры сильное, нет у него начала. Вернее, у нее. Все, у меня опять перчатка сломалась, она опять не дерется, блядь. Вот это дерется, с этой все ок. А вот это вот не дерется. Хоть пуляться начала. Меня еще кто-то пинает, блядь, сзади. Сайзинг первой мировой немцы-оккультисты. Так когда такого не было? Вон, Вольфенштейн, возьми, блядь, это лучше. А игра, между прочим, 90-х бородатых там, блядь, годов. А это посмешище, нахуй. Криво работающая, хуево сделанная. Александр Криворучка приложил тут свою руку, я смотрю, в этом вопросе. И я нахуй просто умер. А почему? А просто так. Просто стоял рядом с вампиром, блядь, и умер нахуй. Да ебать. Ну да, справедливость 10. Вольфенштейн вторая мировая, это первая. Да какая разница? Ладно, амнезия, пожалуйста. Оккультисты, монстры, первая мировая. И между прочим, амнезия сделана охуенно. И Александр Криворучка там явно в бане находится у них. Загадки, миссия с турелью, миссия в роботе, перестрелки, монстры, ну, блять. Солянка народная, хули. Все равно, что... Я же говорю, что эта игра отдает такими мотивами сталкеров. Вот, пожалуйста. Хули тут удивляться. Ёбаная солянка. Прохождение солянки? В смысле купишь? Она бесплатная. Это же, блядь, мода для сталкера, алло.
Не, если ты купишь сначала сталкера, то да, без проблем. Ебать, у них тут флексы. Танцы. До упаду. Игра, сохрани. Игра, сохрани. Игра, сохрани. Игра, блядь, сохрани. Сука. Хуёво. Я еще жив, да. Это удивительно, на самом деле. Сначала пройди Lost Company. Нет, ты сначала сталкера купи, а там посмотрим, что там с этими. О! Кайф! Вот это мне нравится, это кайфово, да. Блин. Такое настроение, что прямо сейчас взять и посмотреть Sailor Moon. Не спрашивайте, зачем, просто. Настроение такое. Я не вижу, кого я чешу в этом ёбаном огне. Причем не новую, а старую. Трушную. Оригинал. Снова ты? Что-то слишком часто у меня на пути попадаешься, не так ли? Все. Теперь ты будешь гнить в этой камере вечно. У меня не было выбора, человек. Я... Сделали мне свою войну. Марионетка в противогазе. Я просто проснулся, блядь, в казарме. Следуйте за кротом, волшебник. Охуенно. Куда? В ад? Следую в ад. Я еще жив. Волшебник, блядь. Катись в ад. Они так легко сбиваются. А куда следовать-то? Наверное, куда-то туда. Из крота волшебника сделали кротовуху. Я недавно видел новости, где люди сделали крысовуху и оставили в подъезде. Маринованную крысу в подъезде оставили в банке. Блин, насыпьте мне еще этого дерьма, мне понравилось. Сегодня меток как никогда. Давай, спавн. Спавен.
Да блин. Да блять. Гнида, конечно. Крысюкатая. Мразь. А! Ну как с ними жить, а? Как с ними жить? Как с этими суками, блять, взаимодействовать? Ребенок может ударить сильнее, блядь. Скорее оскорбление для самого себя. Моногатари. И не только. Кто в меня стрелял? Это ты. Блять, Павлик там придумал нахуй какую-то игру. А здесь опять какая-нибудь игра за 30 рублей, да? За 200? Учитывая нынешнюю экономику, это примерно то же самое, что игра за 30. Он, блядь, испарился, нахуй. Есть ты, гнида. Так кто меня сзади ебет там еще? А как ты выжил-то? Выживший. Все? Вы закончились? Да блять. Теперь-то вы закончились?
ёбками. Ладно, я понял, это там свои дережки. Блин, дайте мне еще этого блэк-металла. Мне не хватает. О, здорово, чертила. Как тебе это? Ох. Мне повезло, что я тебя раньше не убил. Я останусь здесь. Нельзя позволить, чтобы демоны последовали за тобой. А ты отправляйся. Времени осталось немного, и с каждой секундой Мефистофель становится все сильнее. Смерть подкралась ко мне. Тело мое обращается в прах. Навеки я останусь в этом проклятом месте. Ты не можешь меня спасти, так что ступай. Времени осталось немного, и с каждой секундой Мефистофель становится все сильнее. Как будто я собирался тебя спасать. Чё, кто это вообще, блять? Вперед! Куда вперед-то? Вверх, ты хотел сказать. Это мой конец. Остатки моей жизненной энергии помогут тебе в бою. Пусть моя смерть не будет напрасной. Помни, это твоя судьба. 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 Вот здесь адской музыки не хватает.
феноменально, блядь. Мне не понравилось у Пипки уже второй раз. Судя по всему. У нас-то в любом случае веселее. У нас все еще продолжаются два часа этих потрясающих топлять. Чего ты не пропустила? Наверное. Зато я победил уровень с драконом. И, походу, сдох я нахуй. Народа дофига там. Чё еще говорят? Тут случайно рейдом закинута была к пивотеке и немного присела. А чё с ним? Я не смотрю на вебки, когда смотрю стримы. Если это был, конечно, ко мне вопрос. А то я такой, что да, я отвечаю на чужие, на свои, вообще на все вопросы на свете. Но он такой человек странный. У меня перчатка сломалась, нахуй. Снова. Говорили про игру, я не в курсе, ну и что. У нас зато немного народу, но мы тоже про игры говорим, блядь. Не всегда, конечно, тем не менее, частенько бывает. А, ну да, прокусили мне жопу, конечно. Ты можешь ответить на все вопросы? Да, конечно, могу. А кто не может? Все могут. Просто не хотят. Это шерстка. Почему лесбиянки мастурбируют резиновыми членами? Потому что это естественный процесс. Ты не можешь сопротивляться тому, что естественно для тебя, природе. Ты так устроен, понимаешь? Нельзя засунуть HDMI в VGA, блядь. Неужели минутка спокойствия? А он так много наезжал.
жить. С Павликом как не дополняемся друг к другу, да, мы такие. О, какой классный опенинг, кстати. Это из этого, с грустного учителя, блядь, как он называется. Но опенинг огонь, кстати. Вот конкретно этот, кстати, опенинг хороший. А мне сказать, да, он его. Блин, ради такого даже посмотрю его. Я так и не смотрел этот сериал. Блин, нет, это не тот опенинг. Там был опенинг с этими. С двумя бабами, которые обнимаются. Да. Не нужен третий. Третий слишком много пьет. Вы, блин. У меня перчатка сломалась. Снова. Пьет. Я тоже не досмотрел сейчас Акиму. А мы не вместе смотрели раз? На стримах. Какой тупой уровень, а. Сейчас пощадите нахуй. Я не хочу здесь находиться. Дебилизм вообще полный. Чтобы пройти это говно, тебе нельзя просто пройти вперед, там стена огня, и все, что тебе надо делать, это, блядь, играть в морозильник и шашлычок. Потому что патронов здесь нет. Чуть перчатка ломается время от времени. Ну и нахуй. Может, другую игру? Я только за, но Павлик ее купил, поэтому ее надо пройти. Вы. Я ахную, ее надо пройти. Да и осталось не так уж и много. По-моему, какая? 11-я, 12-я глава. Плюс-минус конец уже. А потом я пойду. Я думаю, еще не выбрал. У нас сегодня, кстати, есть в меню Dark Souls, Persona, Zelda. Еще есть, можно гроб почитать, в принципе. Про инцест и каннибализм и все такое прочее. И ну, что-нибудь еще можно подобрать. Ну, игры до хрена, в общем. Я к этому. В прошлый раз лучше получалось, надо успокоиться. Надо успокоиться и равномерно, полномерно всех их резать нахрен. Поднимать остатки. Вставай, встанет. Куда лезешь, гнида? Да, блин. Шашлычок ты мой. Вкусненький. Не кидайся камнями. Бабушка Мефистофель поругает. Чё там застрял без головы в воздухе? Ну вот, еще один крякнулся. Как вы заколебали меня ронять? Гроб — это игра. Да, гроб Энди и Лили. Вообще офигенная новелка. Мне прям так понравилось. Наконец-то появились в 23-м году люди, которые не боятся разговаривать и говорить о каких-то темах, которые считаются запрещенными, блядь. О, это такой глоток свежего воздуха посреди этой ванильной хуеты, которая уже достала меня.
Куда ни глянь. Ой, я принцесска, я герой. Ой, у меня третий уровень, я всех победил. Вон ателье Ризы, посмотрите, блядь. Ходячие ляжки просто. Там нет геймплея, там просто ляжки бегают по миру и что-то делают. Ну, кнопку одну нажимают. Желчью подавился. Сегодня я слишком токсичный просто. Да ёбаные мутанты! Хватит меня сбрасывать в этот ваш адский котел! Это моя прерогатива, суки. Да, блядь, отстаньте, пиздец. Другой вопрос, почему жареная картошка с грибами, но жареная с грибами картошка? Почему в первом случае жареная, а во втором жареная? Потому что жареная. По-моему, все очевидно. Разве ты что, не понял, что ты что, дурачок, что ли? Почитай правила русского языка там. Так, ладно, я понял. Мы играем по старым лекалам, да? Мы сейчас забуриваемся в мое убежище и будем здесь сидеть до тех пор, пока эта стена, блядь, не погаснет. Вот оно умерло или не умерло? Оно, блядь, не умерло. А вот это умерло тело или нет? Умерло вроде. Фига ты, кидак. Кидатель камней. Вроде тоже умерла. Они еще в меня какую-то хуйню бросают. Вы посмотрите на этих шашлычков. Кошмар. Ты. Ай, кто это сделал? Ах ты гнида, блядь. Да сучья ты тварь. Давайте, сраные остатки. Добью уж вас. А, ты еще один появился. Они как эти. Как демоны Дзинча из Вахи. Появляются, блядь, друг из друга. Пройдемся по этому мосточку. Там Павлик какие-то новые слова выдумывает. Сейчас бы сдохнуть. Ух, сейчас бы сдохнуть. Да ёбаный... Не пошел в школу. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь.
Бандитская жизнь. Наслаждайтесь. Это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь. Это бандитская жизнь. Бандитская жизнь. Бандитская жизнь. Просыпаюсь утром рано, родители на работе. Просто кому вы хотели сделать плохо? Себе или мне? Потому что у вас явно не получилось, если мне. Зубы чистят только лошары, а я как стерены. Один взгляд, и тебе всю ночь снятся кошмары. Прогулял первую ветру. Я и так спортсмен хоть куда. Мой пресс жесткий, как сковорода. Посмотрел на часы. Блин, я уже на второй урок опоздал, ладно. Не пойду в школу, ведь мама ама криминал. Бен-бен, зашел во ВКонтакте. С папиного ноутбука на аватарке уже 2 лайка. Я популярен, сука, пристаю к Любке. Из 5-го Б, день это дня. Она говорит, чтоб я пошел нахер, конечно, ведь сучка хочет меня. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, бандитская жизнь. Уже 4-й урок, а я все кайфую дома. Блядь! Ведь опасный сука. За мной да все вы виноваты. Но вот, мне мама звонит. Душа ушла в пятки. За пистолетом болезнь выбросил. Айфон в окно, но мне пофиг, ведь он 4S. Пропылесосил, спрятал ремень. Одежду стираться бросил. Палю сирень, обману маму. Скажу, что не был в школе, потому что живот болит. Надеюсь, это от наказания меня освободит. Ведь это моя бандитская жизнь. А я сам бандит. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это бандитская жизнь. Бандитская жизнь, это моя бандитская жизнь. Бандитская жизнь. На столе были ноги, поплыли осьминоги. Дайте мне пули, мало было дури. Пошел я в сказку, купил смазку. Купил телефон, но не знаю где он. Я был в спортзале, меня истерзали. Рифма была глупая, чесанул за лупу я. И хотел я напиться, но решил побриться. Смотрю я на небо, глаз у меня нету. Жопу порвал, очень много страл. Купил лимонад, но я ему не рад. Жопу помочил, странно я не пил. Трусы мои спали, меня окупали. Купил я ручку, отъебал ей сучку. Зашел альбинос, хуй не дорос. Зашел я к механу, увидел Панаму. Я снул, я без денег проснулся. Уже понедельник, снялись кошмары. Поплыли кальмары, на столе был пальчик. Его сожрал мальчик. Купил я сок, оказался носок. Крикнул я Вера, оказалось Мегера. Зарядил я пушку, подушку, увидел пирожок. Блять! Рвали колонки, соседи потом. Sell to drugs, fucking in place. Не нужен мне. Представляете, насколько тяжело жить Павлику, если он на серьезных щас слушает вот это говно. Поехал в Германию, приехал в Германию. Насколько там все грустно. Последний раз. Собаку выгулю. У тебя нет собаки, ты пиздобол. Интересно, что на это говорит Юнг, действительно. Может быть, об этом? Макарон захотелось. Кстати, у меня есть макароны. Вернее, у меня паста есть. Надо ее только сварить. Нормально. Мне так лень ее варить, что я варю ее ненормально, и получается какое-то говно. И... Конечно, у тебя приказ. Спасибо. Хороший мальчик.
Оказывается, камень это тоже часть их тела. Получается, они кидаются в меня липкими орешками? Говорят, они меня погубят. Люблю я макарон. Хотя моя невеста их не любит, но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я их так полюбил. Когда ж они закончатся-то наконец? О, аллилуйя. Поймет она всем сердцем, какое это чудо. Потом ей будет худо, но это уж потом. Люблю я макарон. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хуй вы меня теперь возьмете, твари. Люблю я макарон. А может и возьмут. Хотя моя невеста их не любит, но я приготовлю их однажды на двоих. Чекпоинт. Сойдет. А, нормально, они меня же и подбрасывают. Игра зависла нахуй. Пусть лучшие сиськи дикпик показывают, действительно. Кто начнет? Кто начнет? Кто что начнет? Увы и ах, но игра повисла нахуй. Все, я кидаю ее в пизду на сегодня. По крайней мере.